был предложен очень интересный конкурс на вот такую вот розовую рукавичку. И сегодня победители есть. Одной, кстати, очаровательной девушки, которая с тузиком 8 месяцев. Нет, это другая. Нет, я отправила по новой почте, видите, не хочет. А второй очаровательный, у которой уже есть маленький ребеночек, вот мы вручаем нашу розовую рукавичку. Спасибо большое, что участвовали. Это рукавичка антипыль. Угу. Она работает только в сухом виде. Вы ее одеваете на руку, угу, и любую поверхность, потолочки в машине, все внутри в салоне автомобиля. Диваны. Диваны, во. Кстати, у меня есть видео, как я чищу кошачью шерсть, угу, если вдруг есть шерсть. Угу. А все, что касается верхней одежды, в плане замши, замша, пальто, обувь, замшевая, да, вообще отлично. Угу. Это все вот эта розовая рукавичка. Ну и любые твердые поверхности. Поверхности. Еще я очень люблю натирать уже, когда зеркало чистое, а просто полировать, чтобы на него не садилась uh-huh пыль. И вот недавно у нас было видео, буквально несколько... Она как антистат? Она как антистат, uh-huh, верно. И вот недавно, несколько дней назад было видео, я, когда уже машина вся была идеально чистая, черного, кстати, uh-huh, цвета, как ваша. Uh-huh. А чем вы ее мыли? Следующим раз я пропустила, я посмотрю. А я вам его скину ссылочкой. Вот я ее полировала, розовая uh-huh рукавичка. Но она была уже чистая uh-huh после наших других тканей. Uh-huh. Так, а у меня вообще к вам вопрос. Какие-то продукция какая-то есть? Есть у меня ваша продукция. А, у вас конечно есть. Все отлично. А что я у вас есть? У меня есть кремовая рукавичка, да, и есть санбим, вот uh-huh этот, который впитывает. У меня благодаря этим чистикам, у меня дома... Белый текстильный диван, да, то есть надо было додуматься купить такой огромный. Почему? И благодаря санбимам, наверное, лет 8 или 6. Ну вот я очень давно у вас покупала, я пользуюсь. Ну здорово, да, теперь у вас еще есть розовая, да, и вы ее выиграли, вы ее не купили. Это ура! Это очень приятно.